Хламидиоз. Чего? Хламидиоз – решение твоей проблемы. Переведи. Ну, приходишь ты к этой своей Оле и говоришь: извини, дорогая, у меня хламидиоз, мы не можем быть вместе, я не хочу тебя заразить, всего хорошего, люблю, целую. А это вообще нормально? Не, ну, позлится, конечно, какое-то время, а потом поймет и заживет счастливой жизнью. А, то есть с тобой сработало? Так как видишь. Хорош мою дверь ломать, а? Каждый раб хочет собственного раба. Суп-пюре из ядерного гриба. Дурак! От короны тяжелая голова. По ночам детям зачитывают права. Еще одна новая волна. И могут верхи не заникать. И в историю пишем свои имена. В ленте новостей прямо под кожей хотя. Еще одна новая. А вот минет. Что такое минет? Ты не знаешь? Да блин, я знаю, но в 7 лет не знала. Ритку мою, помнишь, подругу? Она как-то у отца стащила видеокассету из шкафчика. Потом 2 недели ждали, чтобы дома никого не было. Потом еще полдня волновались в школе. Переживали, что это значит название «Глубокие глотки 8». Это уж потом заблевали весь ковер, когда на огурцах тренировались. Полина! Ну нет, ну что? Ну правда, в нашем детстве знания давались тяжело. И алгебра, и сочинениями нет. Прошлый парень написал мне смс. Зая, мы не можем быть вместе пока. И я сначала разозлилась, а потом подумала, что это значит пока. Пока это значит прощай? Или пока мы не можем быть вместе, но будем потом? И я ждала, как дура. Зря, конечно. Но вот даже эта глупая смс-ка не была такой обидной, как твоя хуевая отмазка. Ну, глупо, да. Нет. Хуевая.